Привет! И вы на канале MLP Кейнерсу. И сегодня я буду снимать распаковку вот такого вот набора. Сейчас я даже могу включить лампочки. Вот, чтобы было получше. Вот так вот. Вот. Вот такой вот набор. Вот. Я себе таких наборов не видела. Ну, где в детском мире сегодня. Мы будем его распаковывать, я его очень хотела. Я не буду снимать обзор, как делать, ну, как сделать фигурки, но буду. И сделаю этот обзор, я этот обзор сделаю только тогда, когда это видео наберет 5 лайков. Если это видео наберет 5 лайков, то я буду снимать обзор, как сделать какую-то фигурку. Смотрите, у нас сразу же виден какой-то мячик. Он не прыгает. Там включатель и выключатель. Не понимаю, что это, для чего это, кстати. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, что он этот мячик делает. А тут уже нас встречает, по-моему, эти игрушки. Вау. Здесь липучки. Вот они. Ну, такие на ощупь. Приятные. Да, они с одного момента склеиваются. Оп, все, они держатся. А там еще... Вот так. И там еще есть детальки. Разные детальки. Такие вот. Вот детальки. И инструкция есть, как сделать. Что такое? Ну вот. На коробке всего лишь собачка, там с жира. Дракончик, птичка нарисована обратно, нарисована, как играют этот набор детям. А здесь 4 цвета. 4. Это синий, фиолетовый, зеленый. Раз, два, три. Сейчас. Нет, здесь 5 цветов. Голубой, фиолетовый, черный, белый, зеленый. Вот. Вот. Сейчас мы распакуем детальчики. Детальки. Итак, у нас есть такой вот пакетик. Такой вот. Там лежат глазки. Кстати, это глазки, кто иногда ходит на мастер-класс, тот, может быть, знает, что это за глазки такие. Да, кто-то может знать, что это за такие глазки. Глазки знаю, то такие вот глазки, видите, у них зрачки, вертится, крутится, а в него идет эти глазки, клювик от птички, видите, у него открывается клюв, оп, ну вот так вот, оп. Есть крылышки для дракончика, хвостик для собачки, такой закрученный. Усики для крапика. Ушки. Ушки для собачки. Такие вот фиолетовые. Глазки для кого-то там. Я не знаю, для кого. Крылышки для птички. И язычок для собачки. Пожалуйста, напишите, что это за шарик, конечно. Или он есть в инструкции. Да. Стоп.
я, по-моему, поняла, что это за за такой какой-то шарик. Я узнала, что это за шарик. Кто не знает, сейчас смотрите. На него обклеиваешь вот такие вот липучки. Это такое вот туловище для птички. А выключатель, это, мне кажется, звук для птички. Итак, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Конечно, если это видео наберет 5 лайков, то я сниму обзор, как делать дракончика. Пока-пока, подписывайтесь на мой канал. Пока!